Этим вечером в программе на самом деле актер Александр Тютин. Все его браки оказались бездетными, а тут случайный роман, и он стал отцом. Тютин был счастлив, но жена убедила ему, что малышка ему не родная. И сейчас актер вызывает мать девочки на детектор лжи и твердо намерен узнать, его ли это ребенок. Смотрите, 18:50.